Вечная слава героям. Это стела. Этот монумент установлен здесь в честь пионеров-героев, которые учились в моем лицее, которые потом ушли на фронт. Лицей тогда был единственной школой во всем городе. И город тогда только строился. И в честь этих героев школа получила благодарность от Сталина. И также монумент в честь тех, кто погиб, и тех, кто вернулся живым, воевав за Родину. Вот тут даже подписано: воспитанникам школы номер 1 города Ухты, погибшим в боях за Родину. Вот тут перечислены фамилии и имена героев. Вот кто настоящий герой. Так. Также здесь подписан год. И цветочки лежат. 1941-1945. И вот сюда можно возлагать цветы. Как и наши честные люди делают. Так что, героям слава! Павлик Морозов. Вот такая вот. Вот такой вот монумент. Павлик Морозов. Так, вот такой вот монумент. Вот. Он был пионером, сдал своего отца белогвардейца красным, потому что Павлик Морозов был коммунистом. И сегодня день столетия пионерии, а у нас в нашем городе немало так всяких атрибутов и стел в честь пионеров сделано. Вот ему тут цветочки ложат. Немало так. А сегодня наложили новых, потому что, еще раз повторюсь, день столетия пионерии. Можете ознакомиться с вот этой табличкой. Вот. Открыт 20 июня 1968 года. Я так понимаю, в честь 50-летия его подвига. Так что сам монумент уже стоит очень долго. Вот так вот. Кстати, зацените здесь дорогу. Я сейчас иду по ней спокойно. Но это дорога не для машин, а по приколу так сделано. Вот эта дорога так вот ведет. А здесь стоит детский автодром, чтобы на машинках они могли кататься. Также здесь можно и на велике раскатывать. Так что очень круто. Очень круто. И здесь очень огромные сосны. Самые большие во всем мире. Вот. Также здесь еще есть монумент. Ленин с нами. Вот, нигде вы такой больше не найдете. И здесь Ленин типа держит палец вверх. Ставьте лайки. А недалеко от этого монумента стоит, ну точнее, вот такая вот. Ой, теряй слово. Вот здесь, значит, стоит такой вот рисунок. Это вот тут типа можно еще крутиться. Так, да. Вот пионер, короче, нарисован на доме. Вот. А сам дом уже отреставрировали и сделали его в стиле хай-тек. Вот так вот, черный он. И здесь он вот так вот красиво сделан, ярко, красиво, окна в стиле хай-тек. И самое главное... А самое главное, это то, что здесь есть такой вот пионерский значок, сделан на доме. Вот. В Припяти есть на домах герб СССР, а здесь вот так вот. Ничем не хуже. Вот так вот, всегда готов. Вот, прочитайте про этого мужика. Это был первый директор этого дворца пионеров при Сталине. По времени сейчас
21:18, еще по-прежнему светло, но уже вот только что включили фонари, и как сразу стало лучше, потому что сегодня еще как бы дождь, и все равно, о, еще включили свет, вау, прям при нас, уже весь парк прям освещен. А сейчас по времени 21:19, а нет, 21:20 уже, значит 21:20 включает полностью весь парк. Да, как сразу лучше стало, ярко, красиво, ведь сосны тут такие величественные, довольно темно между ними, но сейчас прям вообще офигенно, видно все декорации, и все так круто прямо, там жизнь закипела, красиво. Здесь такое есть дерево большое, огромная сосна, под которой можно посидеть. И ночью все равно светлая у нас. Темно только 23 часа по 00. А потом все, потом уже снова светает. И 2 часа ночи уже светло. А в июне уже и в час ночи светло. Вот за это я люблю север.